Я хочу прочитать приветствие Высокопреосвященнейшего Пантелеимона, митрополита Ярославского и Ростовского. Дорогие друзья, сердечно всех приветствую с началом работы 11-й региональной православной выставки ярмарки «Мир и клир». Выставка открывается в день памяти преподобного Сергия Радонежского, 700-летний юбилей, который мы будем праздновать в следующем году. В этом году на выставке представлены храмы и монастыри из разных городов России, Украины, Белоруссии, Греции, Святой Земли Израиля. Каждый раз совместные усилия организаторов выставки направлены на поддержку духовной культуры, нравственных ценностей, объединение общества и церкви. Нечаева Александра Витальевича. Глубоко уважаемый владыка, уважаемые святые отцы, жители города Ярославля и гости наши. Позвольте от себя лично, от мэрии города Ярославля, поздравить вас с открытием 11-й православной выставки, международной выставки «Мир и клир». Все, где трудитесь охотящие, по твоему благоутробию верою припадающие, и услышав моление их, благое намерение и дело их, благослови. И благополучно начать и спешно, кроме всякого препятия, во славу Твою совершите, яко всесильному царю молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.